Все завалено. Вся дорога наша в парке завалена. Здравствуйте, с Новым годом. Как вы тут пробираетесь? Ну вот, то где-то в обход, а сейчас вот здесь прошла. Да? Ага. Ну ничего, как-нибудь. Смотрите, ветки падают сильно. Я иду с замиранием сердца. Быстрее. Не могу я быстрее, я с камерой. Пробираюсь. Можно вокруг посмотреть. Лес, конечно, сказочный. Все, конечно, красиво. Такой зимы еще не было. Валила нашу дорогу. Вот фонарь. Парк весь завален. Весь. Все падает и рушится. Впереди дорога вся завалена. Ветки все во льду. Конечно, видео надо снимать. 2 января 2011 год. Да. Примерно 3 часа дня. Как говорится, пришла зима, открывая врата. Вот да. Оно. Пойдем мы. Обляля где-то. Я хочу отсюда уйти. Я уже не хочу. Я уже снял это. Я не хочу, но я хочу домой. Идем. Ну как вот это вот обходить? Я не хочу. Вот сюда обходи. Вот, алло, слева. Вот, смотри, проход. Нет, там сугробы. Вот проход. Тут я не пройду вообще. Идем по тропинке, выходим на дорожке. Тебя снимают. Ты хоть маленько попозируй. Иди сюда. Пойдем, Ларочка, пойдем. Это Ларочка, да? Лора. Пойдем. Лора. Тихо. Нет, она Лорочка. Она камеру. Тихо, сейчас ветки рухнут. Вся дорога завалена. Это наше озеро уже. Вся дорога завалена. Так вот. Все деревья рухнули на дорогу. Продолжает рушиться.
Ветки ледяные, на них снег лежит. Все падает. Мы пробираемся тропинками. Дороги завалены. Вот эта знаменитая береза, склонившаяся. Вот эти ветки. Кстати, рекомендовал побыстрее пройти этот участок. О, над нами вон ветки висят, смотри какие, вверху. Мне страшно. Вверху. Да, мы сегодня пройдем. Ну все, здесь я думаю, нажимаем. Здесь такой лед. Посмотри, какой снег интересный на деревьях. Сейчас будем снимать это.